Как сделать ребенка счастливым, а образовательный процесс увлекательным и интересным? Эта задача стала отправной точкой в реализации инновационного проекта главы Одинцовского округа «Школа будущего». Он стартовал весной и проходил в несколько стратегических сессий. Задача была помочь школе, помочь коллективам школы, а также ученикам и родителям понять, о какой должна быть школа через год, через два, через три, для того, чтобы отвечать на самые сложные вызовы, которые стоят как перед целым обществом, так и перед каждым конкретным ребенком. Каждое учебное заведение прошло свой путь, определило слабые и сильные стороны, выявило вектор наиболее эффективного развития. Например, школа в Горках Десятых предложила три проекта. Второе направление – это строительство универсальной спортивной площадки на территории школы. Это позволит нашим детям организовать свой досуг под наблюдением, взрослых. Главное при разработке концепции – выйти за рамки привычного, понять, как улучшить образовательный процесс и предложить конкретные шаги, чтобы уже в январе начать их реализацию и увидеть результат, резюмировал глава. Основной посыл, что мы благодаря вашей инновации или проекту сможем сделать конкретно для вашего кластера, комплекса или для всей системы образования, что можно будет потрогать в качестве результата. А результаты не заставят себя долго ждать. Следующим этапом станет применение проектов на практике. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».